Привет! Сегодня я еще раз хочу рассказать суть моего канала, потому что мне вчера сказали, что они смотрят мой канал, но когда я спросил у них о сути, то они как бы не знают. То есть суть моего канала заключается в том, что Земля должна стоять на каменном угле. Когда энергия молнии падает с неба, она распространяется по всей поверхности Земли. И она распространяется несколько километров туда, несколько километров сюда, и выходит через эти растения. Вот. И энергия вылетает от этих стрел, вот этой стрелы. Энергия отсюда вылетает, начинается свечение. Свечение в темноте, так она создает озон. Энергия вылетает, плюсовая энергия вылетает, отрицательная энергия входит. Эта энергия от корней тянет катионы водорода к листьям, чтобы растение могло расти быстрее. Также и человеку попадает водород, чтобы человек мог омолаживаться. Спасибо за внимание.